Всем привет! Я решила записать видео о пятиэтапном уходе за лицом ежедневном, которым я делаю. И занимает он у меня буквально 2 минуты утром, 2 минуты вечером, а если это скраб, то 5 минут. Вот. Начинаю с... Один глаз я уже смыла. Пользуюсь вот таким средством The One для снятия макияжа с глаз. У него текстура гелевая, очень хорошо удаляет и надолго его хватает. У меня уже 4 месяца вот пользуюсь я средством. Вот так прикладываем ватный диск со средством на глаз. Здесь у нас зона очень чувствительная, ее сильно тереть нельзя, чтобы не делать дополнительных морщинок. Держим и вот так легкими движениями. Косметика практически сама вся уходит, вот остается. На ватном диске. Сильно не нажимаю, буквально слегка. Вот здесь мне. Средство так очень густое, гелеобразной формы, как я уже сказала. Когда я его попробовала, была от него в восторге. Оно содержит ухаживающие компоненты и стимулирует рост ресниц. Глаза не раздражает, не щиплет. Всю косметику хорошо убирает с глаз. Вот, следующий этап. Я умываюсь. Пользуюсь серией True Perfection от Oriflame. Очень мне нравится эта серия. Сейчас наносим. Вот, кстати, то средство для снятия макияжа с глаз можно не смывать. И косметологи рекомендуют оставлять его на глазах, чтобы ухаживающие компоненты посильнее проявились. Ну, не знаю, я так не могу. Мне надо вот смыть все. Так, умываемся. Не забываем нашу шею. Так, умылись. Сегодня у меня процедура чуть-чуть подольше затянется, так как я буду использовать скраб Novage для очищения, для глубокого очищения кожи. И вот такой шикарный аппарат для очищения кожи. Смочу насадку, выдавливаю средство на аппарат. Здесь есть кнопочка, нажимаю и использую. Скорость можно прибавлять. Ну, ощущения такие классные, кайфовые. И массаж, и пилинг одновременно. Это нужно попробовать, ощутить на себе. А результат какой? Глубокая чистка пор кожи, кожа дышит, как будто заново родился. Вот так вот массируем лоб. Эту процедуру я делаю 2 раза в неделю. Иногда 3, когда начинаются там маленькие какие-то высыпания. И все, все высыпания пропадают в проблемных зонах. Он рассчитан на 2 минуты. Можно прибавить. Вот тут вот я немножко не доделала чуть-чуть. Вот так. Чистим. И это смываем. Наш скраб Novage, он содержит масла
подходит даже для сухой кожи. Частички мелкие у него, текстура мелкая. Ну вот ощущения такие прям, знаете, вот приятные, аромат потрясающий, шелковистый. Хочется трогать свое лицо, свою кожу. Кожа, кстати, мне благодарна. Я реально заметила, как поры сузились у меня вот в этой Т-зоне. Вот здесь у меня проблемная зона. Тоже рельеф выровнялся. Рубцы стали менее заметны от угревой сыпи. Так что я очень довольна этим средством. Не жалею, что его приобрела, и вам тоже рекомендую. Так, теперь мы смываем. Ну вот, 6 минут прошло, да? Немножко просто медленно снимаю, а так быстро. Кто говорит, что долго, очень много времени занимает у меня это. Ничего подобного. Быстро. Все очень быстро и системно. Вы когда начнете это делать систематически, у вас это как привычка будет, как вот зубы почистили, и все, я уже без ухода не воспринимаю себя. Не чувствуешь себя человеком без ухода. Как говорится, ухоженная женщина добьется гораздо большего, чем женщина в халате, правильно? Любите себя, ухаживайте за собой. Дальше идет тоник. Тоник нам нужен для того, чтобы убрать остатки очищающего средства, тонизировать кожу. Для того, чтобы крем проник глубже, как проводник. То есть через увлажненную, тонизированную кожу, через поры увлажненные, тонизированные, средства дальнейшие, там сыворотки, масла и крема проникают глубже. Вот шею мы тоже не забываем, декольте. Это все наше лицо. Так. Пока тоник не высох. Не надо ждать, когда тоник высохнет, обязательно, пока кожа увлажненная, чтобы наносим крем вокруг глаз. Его нужно буквально немного, такими движениями впитали. Здесь сильно мы не давим. Все впитывается моментально. Далее идет сыворотка. Сыворотка содержит активных веществ гораздо больше, чем в обычном креме. И она нужна обязательно. Даже если вы хотите получить результат быстрее. И иногда я сыворотку заменяю на масла, которые у нас есть в капсулах. На данный момент у меня их нету сейчас. Закажу в следующий раз обязательно. Сейчас вечер, поэтому используем ночной крем. Сыворотка моментально впитывается, ее не ощущается. Кажется, что столько много средств наносишь, да? Нет, нет. Все, у меня уже кожа съела весь этот крем, всю сыворотку, и она дышит. Нет никакой пленки, нет никакой маски. Это заблуждение. Кожа начинает сверкать, сиять изнутри. И она будет вам благодарна. Все. Спасибо за внимание. Серия True Perfection Oriflame.